И в завершении выпуска о погоде. Вместе с календарной весной в регион пришло похолодание. И судя по прогнозам синоптиков Приволжского гидрометцентра, до конца рабочей недели в этом плане ничего не поменяется. В дневные часы ожидается до 6 градусов мороза, ночью местами по области до 20. И это, по данным метеорологов, все равно на 2 градуса выше климатической нормы.